Всем привет. Вот пришло термобелье с Алиэкспресс. Еще одно это мне же на канале есть, заказывал я. Вот. Оно было, ну, я в нем гоняю, оно такое. Там вначале разорвались, подмышки зашил, ну так, в принципе, нормально. Ну, конечно, не прям супер теплое. Вот. А то у меня обычно два комплекта, это, если на работе зимой стоишь долго. Одного не хватает. Я все время надеваю два. Ну, я вот как бы искал там. Нашел продавца тоже. Там вот это уже белье. Ну, очень хорошо отзывались как бы о нем. Очень хорошо. Там 800 заказано как бы. И размеры, да, 6 иксов есть. Вот. И как бы хвалили люди, что вообще там женщины покупали. О. В общем, стоило оно 1400, купон был за 1000. Шло 16 дней. О. Ну вот как бы даже вот на первый взгляд оно классное, если честно. Толще, чем то. Вот тут начес такой желтый, сам вот материал такой вот. Я не знаю, конечно, состав, но вот он, наверное, типа синтетики, но такой, конечно, вот это классно. Вот такой имеет начесик. И оно вот само по себе, чем от того плотнее, вот оно. Такое класснецкое. Вот, я там сначала 6 икс выбрал. Думаю, если сверху одевать два, чтобы чуть побольше было. Но почитал там 6 иксы. Как бы говорят, что как бы аж на таких кого 100 килограмм, как бы такой большой. Вот и продавцу написал, как бы вышли 5 икс, а он как бы вышло. Ну, но видно, что оно вот оно. Вот гляньте. Большое. Ну такой термин. Ну классно, это лучше, чем то, это однозначно. Однозначно и теплее, наверное, будет. Но я еще с ним похожу. Тогда дополню. А так вот, вот на вид вообще оно, ни одного все пошито. На вид как будто вот такое, как вот дорогое, хорошее. Ну, чувствую, что будет бомбическое. Вот это вообще такое ворсо. И вот даже вот такие обычно термо эти. Они еще такие жидкие, вот аж просвечиваются, то было. Это плотное такое, но ну, сейчас на свет попробуем. На свет, когда это желтое видно, вот это, но ну, так оно все равно плотнее ткань. На свет, если это желтое, то это второй слой видно, но плотнее. Такое термобелье, еще поношу, потом дополню. Ну, по-моему, оно классное. Так, ну вот я несколько дней погонял в этом костюме-то, термобелье, как скажем. Скажу я вам, очень классный, обалденный костюм. Я прям в восторге. Обалденский он. Так, ну тут чуть-чуть там есть вот нитка там. Вот. Но все равно как бы я балдею. Как бы я его одел. Вот, и он к телу вообще обалденно мягенький такой. Такое ощущение, как шкура на тебе. Медвежья. Вот, и сейчас как раз у нас морозы пошли. Вот эти дни последние. Это на юге Азовское море. Таганрог. Вот, тут плюс влажность. Морозы ощущаются пожестче, чем когда без ветра. И плюс у нас еще тут ветра. Вот. Вот я одевал вчера, было как бы 7 градусов, мороза и ветер. И вот, если, например, вот я когда просто хожу, там обычное нательное одеяло, то, которое у меня на канале было, и в плюсовую температуру более-менее, чуть где-то к нулю уже сразу колени на ногах как бы чувствовали. А здесь сначала выходишь, оно даже ветер дует, оно не сразу продувает такое.
Вот такое ощущение, знаете, как вот чего-то такого теплого тебе, мягенького. Вот, ну, как, знаете, как вот подобрать. Ну, вот я как вот такое, как такая, как шкура на тебе. Вот реально, как ощущение, как будто шкура дополнительная. Вот такой термобельон у меня, вот 170 рост. 170 рост. И вес 93 килограмма. Я вот 5 иксов заказал. Оно получилось у меня такое свободное. Свободное. Что-то все время так были в обтяжку. В обтяжку что-то я в последнее время как-то. А это я взял так посвободнее, побольше. Чтобы плюс еще, когда вот на работе долго стоять, я сначала одно, а потом сверху вот это. И оно тогда, чтобы не давило, классно было. А так, если брать, кто любит в обтяг, то, наверное, 4 икса это точно надо брать. Может, даже и 3. Но там, если будете отзывы, там еще поподробнее. Там кто-то пишет, что даже 3. Как надо смотреть, кто как любит в обтяг. Ну, здесь рукава получились у меня аж вот так, оно подлиннее. То, что обычно на термобеле как короче получается. Но это из-за размера. И штаны там как... не в обтяг. Ну, в общем, я очень... кто хочет, кому вот зимнее надо, берите это, не пожалейте. Я его мне с купоном за 1000 вообще находка. Даже за 1300. Обалденно. У нас таких, я сколько смотрел, за такие деньги вообще нету. Вот. Но я сколько смотрел, именно такого я даже не находил. Не знаю, может, где-то как-то в магазинах. Плюс вот эта ткань, вот она как... как вроде синтетика, но она не холодит ничего, она классная. Она, по идее, должна... Ну, после стирки там писали, как бы, что она не садится, все нормально. Ну, я еще не стирал, но после первой стирки обычно не садится. Вот у меня другое было, оно через несколько стирок чуть-чуть подсело. Ну, вот. Ну, это даже если чуть подсядет, а может даже не подсядет. Такая вот, обычно такие ткани, как бы, долго служат и не сажаются. Вот. Плюс это я говорю так вот, как бы, чтобы для понимания, я еще мерзляк сам по себе. Если там кто-то ходит без подштанника, вот там когда где-то тепло, там осень, я уже подштанника гоняю, я жесткий как бы мерзляк. Вот так. Для так, кто не мерзнет, как бы, кто-то писал там, что на рыбалке в 20 сидел там, ну я не знаю, где он сидел, как он был одет. Ну, понятно, если где-то долго там на рыбалке, это все равно надо. Есть просто люди, думают, что термобелье одел, а какие-то штаны просто там типа джинсы или такого плана одел, и ты можешь там сутки высидеть. Понятно, это все ерунда, такого не бывает. А также одеваться надо там ватники, свитера, куртки, ну плюс когда оно вообще будет классно. Вот. Это я жесткий мерзляк. Кто не мерзнет, как бы, оно будет для него вообще. Ребята, ну, не знаю, шикарно. Если я буду еще заказывать поменьше размером, чтобы, если что, двое одевать. И чтобы надольше хватило. То, что потом будет, а не за такую цену, как бы. За такую цену это шикарно. Шикарнейшее термобелье, мне очень понравилось. Ссылку кому надо оставлю, тому продавцу около 1000 продаж. И продавец как на контакт идет. Я сначала 6 икс заказе, а потом он написал сообщение: отправьте 5 икс. Он как бы все хорошо, он как бы отправил 5 икс. Но если кому надо, ребята, берите, не пожалейте.